битвы дрифта. Я могу говорить, хотя уже могу дрифт. Гоча, все хорошо? Да. А ты кто вообще? Доминатор? Скажи что-то. Две секунды осталось. Ну, я вообще тебя... Друг из Германии, но душой в России. Значит, показывает нам, что все-таки душа его в России, но сердце его в Германии. Скажи, пожалуйста, реально у вас порно снимают постоянно? Да. Да? Да. Везде? Вован, расскажи про свой первый Kiss the Wall. Вот свою попку красивую под Kiss the Wall. Под Kiss the Wall. То есть облизал прямо Сочи, да? Ну так, Сочи. Прошили. Но на самом деле, Вован, это очень крутой Kiss the Wall. Да, очень крутой. Я не бахнул, за... Дорогие мои хорошие, у нас на тренировках оторвался утяжитель ремня горы и клапан встретился с поршнем. Починить мы, конечно, это не успеем и не едем. Оторвался он, потому что много мощности и потому что он стоковый, хотя новый. Вот. И что я хочу сказать. Я хочу сказать, что я вас очень, конечно, всех люблю, но если я продолжу читать комментарии и ваше мнение по поводу того, что это часто случается только у тебя, или ты как всегда сошел, я очень сильно расстроюсь, очень сильно. Расстроюсь я потому, что вот там стоит Гоча, у которого отъебнула коробка вчера, а в Сочи отъебнул мотор, у него был запасной. Вот там стоит Дворинский Антон. Дворинский Антоха, у которого тоже отъебнул мотор. Коля, который целый день трахался с сломанным редуктором. И куча-куча людей. Ребята, это спорт здесь все время так, у всех. У всех. Поэтому будьте, пожалуйста, благоразумнее, умнее, сообразительнее, образованнее в технических вопросах. И кайфуйте от дрифта. Я вот, например, мороженку ем. Не парюсь. Ну, сломался и хер с ним. Мне нога сломалась. Других наших членов экипажа все в порядке. Аркаши подвесочку настроили, починили неработающий гидроусилитель. Максу вот охлаждаем двигатель. Тоже собрали, как бы все хорошо. А мы наклейки поменяли зато все. Потом, вот подержи, мамы, пожалуйста. 20 сменило семейство ЭКТ. Будешь? Суфлешку. Ты слишком жирный. Попробуй, ты. Отпускай самокат. Ну что ж, у нас небольшая пауза. Интеллектуальные будь. Так, ну Вован у нас, короче, Kiss the Wall. Стой, Вова, все, не езжай никуда. Братан, все нормально с тобой? Все нормально? Вовка. Еду на самокате и показываю вам закрытый парк. Чинят. Леонидыч чинят. Невский без жопы. Тут чинят. Тут не чинят. Тут, не... тут чинят. Тут не чинят. Тут не чинят. А тут чинят. Поехали с первого ряда, снимаем аркаш на попытку. Вот смотри, я вот смотрю на твою сетку, реально, я себя ощущаю в ней, как муха-цокотуха просто. Сука, выпусти. Но тебе нравится, да, сетка? Тем временем починился. И как большой, красивый, вообще. Давайте всех тут поддерживаем, парни. Вован, очень красиво, отправляй сразу ее Желдор экспедиции. С вами очередная рубрика «Никита и микрофон». Значит, у меня NGK восьмерочка в качестве микрофона. И мы находимся, берем интервью самого главного дрифтера на планете, Арсения
прости господи, Аргеляна. Что? Арсений, вот вы целый день наблюдали заезды, мои заезды наблюдали целый день. Скажите, как я проехал? Речь, конечно же, идет о моих заездах на самокате. Арсений говорит, что великолепная грация, великолепная техника. Я вам могу показать главных нижегородских фанаток и фанаток. Я мальчик. Во-во-во, смотрите. Тим Сосна. Сосна. Вот так живет закрытый парк после... Вот так все тусуются, кайфуют. Внимание, друзья, у нас для вас сенсация. Аркадий Цареградцев сейчас покажет, кто такой Дори Бой. Показывай пальцем. Вот он. А что ты прячешься? Покажи голову. Покажи. Дори... У нас с вами продолжается вечер откровений. Сейчас мы будем директора РДС Станислава Левашкевича спрашивать, сколько РДС тратит на мороженое. Стас, сколько? Я уже узнал, 15 тысяч рублей на мороженое потрачено РДС. 15 тысяч.